Игру перевели на русский. Чарани. Кадакава. Пирамид. Кривер. Столько знакомых названий. АЭС, наверное, это режим аркады, блин. Сейчас мне пукан-то подгорит. Ну, фриплей стоит. Ну, я не знаю, я не играл в Джанго. Но там смысл в том, что, типа, на экране показываются вопросы, а ты на телефоне выбираешь ответ. Он, типа, как пульт действует. Ну, там всякие игры и так далее. Внутри уже. Есть Need for Speed? Да я не хочу, но хотя... Последнего Need for Speed'а нет, а предыдущий мне не очень нравится. Ого, а что это он такой широкий? Это на сколько мониторов он был? Я представляю аркадный автомат у этой игры, блин. Там, наверное, три монитора было составлено в ряд. Ну, два точно. Широкоформата. Чтоб побольше влазило. Это называется вертикальный скролл-шутер. Не спрашивали, какой жанр. А, или... Нет, это горизонтальный скролл. Вертикальный — это вверх, когда идет. Че, нам по телефону играли в Соника? Или я путаю чего? Да там ничего такого, там просто появляются вопросы, и все. Четыре ответа, да и все. Там ничего такого нет. У меня, кстати, телефон эту игру не поддерживает. Типа слишком старый. Я играл, когда у нас это. Ну, это, как она была? Вечеринка какая-то. День рождения кого-то. Тогда мне прикольно поиграть. И даже девушки вполне справляются. Ну, я имею в виду те, которые в игры особо не играют. Там, ну там типа ума много, не надо на кнопку на телефоне нажать. Там типа ставишь на телефон приложение из стора и все. Что нажать, чтобы продолжить? Не осталось кораблей, все. Гейм-овер. Ну, блин, это аркадная игра, чего хотел. Она создана для того, чтобы выживать. О, вот как автомат выглядел, видите? Я же говорил, у нее длинный экран. Широкоформатник, наверное. И зачем я ее купил? Так. Кстати, кто-нибудь знает вот эту игру?